Вечер. Меня зовут Алексей Кузьмин. Сегодня будет не совсем обычный вечер. К нам приехали в Москву гости из Канады. У них такой тур. Они выступали в Словении, в Польше, выступали в Петербурге. Три концерта. И вот единственный концерт они играют в Москве. После этого завтра улетают в Лондон, там играют концерт и возвращаются в Канаду. Эти музыканты, Мишель Ламберт и Франсуа Карьер, достаточно известные европейские музыканты. Они были несколько раз у нас не только в России, но и в Москве. И зачастую выступают с питерским пианистом Алексеем Лапиным, который не смог в этот раз приехать. Но вот такая регулярность, это, конечно же, замечательно для всех нас, потому что есть возможность поиграть, посотрудничать, пообщаться, что очень хорошо. Вот. Что ж, я представляю музыкантов. План вечера у нас будет такой. Сначала мы выступаем в квартете с канадцами, а во втором отделении у нас появляются приглашенные гости, разные музыканты импровизационной музыки из Москвы, с которыми интересно будет посотрудничать, поиграть и вот как-то так что-то такое создать совместное. Что ж, я представляю музыкантов. Итак, наши дорогие гости из Канады, Франсуа Карьер. Мишель Ламберт и всем прекрасно, хорошо известно знакомый Григорий Сандомирский. И Алексей Круглов. Спасибо. Я хотел бы предупредить всех, кто, может быть, не ходил на концерты импровизационной музыки, что, как принято говорить, это такой авангард или фри-джаз. На самом деле, очень открытая музыка, и поэтому, если вы впервые это слышите, то это очень хорошо. Может, что-то откроете для себя новое. Вот. А для знатоков я все-таки сказал бы то, что это такой посткалтрейновский, настоящий, традиционный, ставший уже классикой, но при этом все-таки фри-джаз. Чем мешает? Владимир. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт, и во втором отделении вот эта обещанная встреча разных музыкантов из разных континентов. Как на сцене Сергей Хамцевич, баритон, саксофон, Юрий Еремчук, тенор, саксофон и бас-кларнет, Алексей Чичилин, гитара, Григорий Сандомирский, рояль. Наши дорогие друзья из Канады — это Франсуа Карьер и Мишель Ламбер. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Вячеслав, Юрий Левчук, Сергей Францевич, Алексей Круглов, Алексей Чичилин, Григорий Сандалинский, наши дорогие друзья из Канады, Мишель Ламберт и Франсуа Карьер. Наша Одесса.
Спасибо. Спасибо большое. Алексей Чичилин, Григорий Сандомельский, Алексей Круглов, Сергей Храмцевич, Юрий Ильинчук, Мишель Ламберт, Франсуа Карьер и Григорий Сандомельский. Спасибо.